Друзья, всем привет! Вы на YouTube-канале магазина Улей. Меня зовут Александр, и в этом видео мы сделаем обзор столов для распечатки сот и другого оборудования для распечатки сотовых рамок. Здесь вы видите базовые модели четырех столов, но эти модели можно дальше развивать, применяя дополнительное оборудование. Они все сделаны из нержавеющей стали, каркас сделан из металла, окрашены порошковой краской. Все места контактные с медом здесь пищевой нержавеющей стали. Кран стоит алюминиевый с нержавеющей накладкой. Вот. Это первая базовая модель. Вы можете ее найти по артикулу 1601. Состоит из емкости для стека меда, глубокой корзины и планки для удобства срезания рамок. Устанавливается в корзину, делается упор, как кому удобно срезать, и происходит распечатывание рамок. Удобство данной модели в том, что у вас забрус весь находится в корзине, и вы легко можете достать ее и отнести забрус в нужное вам место. Вторая базовая модель, стол тоже метровый, артикул 1641. Отличие, здесь идет плоская корзина на все дно. Удобство этой модели заключается в том, что у вас все метровое пространство свободно. И здесь вы можете, также планка идет, распечатывать одновременно и выставить большее количество рамок, так как у вас нету глубокой корзины, которая занимает определенное место, примерно 50 сантиметров. Дальше базовая модель 1643, артикул 1643. Здесь это 1,5 метра, также планка, и соответственно на 50%, на 30% рамок вы можете ставить больше на весь стол. Следующая базовая модель — это стол артикул 1631. Глубокая корзина, но целый метр вам пространства под установку распечатанных рамок, в которых мед стекает и выходит через кран, через сливной кран. Каждый стол дополнительно можно докомплектовать конкретно плоской корзиной. Да, допустим, есть стол 1,5-метровый, где клиенты покупают с двумя плоскими корзинами. Все зависит от индивидуального удобства работы. Также есть дополнительные подставки для распечатки рамок, которые устанавливаются на стол. Устанавливается рамка и, соответственно, распечатывается. Они есть из нержавеющей стали и есть из стальные, окрашенные порошковой покраской. Дальше. На каждый стол есть дополнительная опция. Это крышки. То есть, если вам нужно закрыть стол, чтобы не попадала пыль, есть отдельная крышка. И также есть 1,5-метровая крыша под такой же стол. Ну и походный, так сказать, или бюджетный вариант распечатки — это вот такая... Это вот такая ваночка из нержавеющей стали для распечатки сот, которая легко складывается. То есть барашек откручивается, достается прут. Все складывается вовнутрь, и вот такой вот походный вариант, или для небольших пасек тоже подойдет. Ссылки на весь ассортимент столов и дополнительного оборудования появятся в этом углу. С вами был Александр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. До скорой встречи. Пока!